Доброе утро всем. И вот с самого утра я делаю баню своим цветам. Хочу показать вот свои такие орхидеи. Посмотрите. Вот эта вот орхидея имеет две ветки. Здесь две ветки. А вот эта вот, она очень крупная. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь цветочков распустилось. И осталось еще три. Но этот последний, наверное, вряд ли он там выживет. Так, затем у меня вот такая вот орхидейка есть. Она у меня не цветет. Вот это вот мартыша моя такая вот рябенькая. Вот это вот было. Посмотрите, опять выпустила две ветки. Вот, видите? Вот одна ветка, вот вторая. То есть две ветки было, но цветы, не знаю, такие не очень были такие раскрытые. Может, это сорт такой. Так, сейчас покажу вторую мартышу. Вот она у меня тоже. Это белая, но не такая крупная. Не такая крупная, как это. И, ребята, я купила гиацинты. Вот они. Покажу удобрения, каким я поливаю. Так, вот фиолетовый гиацинт, потом розовый. Розовый здесь две ветки было, и также вот белый. Покупайте гиацинты. Покупайте гиацинты и ставьте их на подоконнике. У меня кухня просто благоухает вот этими гиацинтами, особенно вечером. Они так пахнут, у них такой запах. То есть три луковицы в одном горшке. И вот, смотрите, какая красота. Правда, они очень тяжелые. Я их подпираю вот при помощи вот такой вот палочки у меня есть. И ставлю в такую высокую стеклянную вазу. Ну, чтобы они не снесись. Но я сейчас удобряю как-то вот два раза в месяц почаще. Вот для комнатных и балконных растений. Так, сейчас я, может, найду на русском. Ага, вот. Жидкое органическое удобрение. Так, выражено концентрированный биологически активный экстракт торфа. Увеличивает объем листвы, обеспечивает более яркий окрас листьев и более обильное цветение. Уменьшает воздействие неблагоприятных условий роста. Ну и тут вот дальше идет, как его использовать. Премиум. Green OK. Green OK. Это латвийская. ЛВ – это латвийское удобрение. Вот если кто увидит в магазине, обязательно покупайте. И я действительно его испробовала уже где-то с весны прошлого года. И у меня вот, смотрите, вот у меня орхидея. Я ее пока не пересаживаю. Вот эта орхидея у меня, она уже цветет второй раз. Видите, две ветки пустила. Вот эта вот, она у меня тоже, она у меня всю зиму цвела. Но ей не хватало чуть-чуть как-то сил зимой. Цветы были небольшие, но просто сорт такой. И она как-то очень быстро у меня отцвела. Что-то или там вот корневая система ее еще как-то слабая была. Или бывает надо пересаживать. Вот это вот у меня уже цветет, наверное, где-то 2 месяца. Вот тут еще вижу, даже есть бутончик. Вот такой маленький еще есть. Не знаю, зацветет ли он. И вот эта вот орхидея у меня уже цветет второй раз тоже. Вот была такая длинная ветка. Даже не второй, а третий. Потому что у меня вот тут... Вот смотрите, одна ветка. Вот она у меня обрезанная. А опустила на вторую ветку резко. И вот когда цвела вторая ветка, тоже моментально она начала вот
вот эту стрелку стали цветы расти. Ну вот, но вот эта орхидея, она такая вот, весь ствол такими мелкими цветочками. Вот это она еще не цветет. Не знаю почему, но я ее буду держать. Хотя она зимой вот ветку вторую выпустила, и сейчас просто нужно дождаться вот этого цветения. Может, она зацветет летом или даже осенью, тяжело сказать. Надо будет мне в интернете про нее почитать. Ну вот, напускаю целый тазик теплой воды и буду держать где-то 2 часа. Пока вот они не напьются. Корни должны напиться. То есть напиться, да, водой корни. Самое главное, корни. И также буду протирать вот листочки. Листочки буду протирать вот этой же водой с удобрениями. Доброе утро всем! Сегодня у меня на завтрак будут гренки. Вот с такого батона Литовайте. Литовочка называется. Так. Вот такой красиво так оформлен. Такой рисуночек красивый. Оформление очень красивое. Ну и для этого нам понадобится яйца. Я, наверное, 3 яйца. Ну, батон я порежу. Так, сколько мне тут? Ну, давайте 6, может. И жарю я на кокосовом масле. Вот на таком кокосовом масле. Это рафинированное. А так я стараюсь употреблять нерафинированное. У меня есть там банка нерафинированного, но я, кстати, это самое полезное масло. Потом идет оливковое масло. Вот я буду. Вот оно так вот, белого цвета. Я буду сейчас куплю. Ну что ж, уже можно накладывать. Так, вот уже подготовила. Сейчас на такой сковородочке своей жарю. Ну вот, я уже подготовила гренки, уже тут их перевернула. И буду посыпать корицей. Сейчас ставлю чайник, делаю кофе. Вот такие у меня получились гренки. И я их посыплю. Корицы у меня очень мало. Вот посыплю. Тут сколько можно, посыплю корицей.